как в сущности все это странно. Когда начался пожар, я побежал скорее домой. Подхожу, смотрю. Дом наш цел и невредим, вне опасности. Но мои две девочки стоят у порога в одном белье. Матери нет. Суетится народ, бегают лошади, собаки. И у девочек на лицах тревога, ужас, мольба, не знаю что. Сердце у меня сжалось, когда я увидел эти лица. Боже мой, думаю, что придется еще пережить этим девочкам в течение долгой жизни. Я хватаю их, бегу и все думаю одно. Что им еще придется пережить на этом свете? Прихожу сюда. Мать здесь кричит, сердится. И когда мои девочки стояли у порога в одном белье, и улица была красной от огня, был страшный шум, то я подумал, что нечто подобное происходило много лет назад. Когда неожиданно набегал враг, грабил, зажигал. А между тем, в сущности, какая разница между тем, что было и что есть? А пройдет совсем немного времени, каких-нибудь 200-300 лет, и на нашу теперешнюю жизнь будут также смотреть со страхом и с насмешкой. Все нынешнее будет казаться и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным, и странным. О, наверное, какая это будет жизнь. Какая жизнь? Дорогой Иларион, нет на свете человека лучше тебя. Вот у тебя большой нос, но твое доброе сердце еще больше. Не-не-не, теперь послушай, что я о тебе думаю. Я должен тебе откровенно сказать, что такого человека, как ты, еще не рожала земля. Это не я тебе говорю. Я старше тебя на 40 лет. Но 40 лет назад я был такой же, как ты. Конечно. Значит, 40 лет назад я был твоим ровесником. Естественно. Значит, через 40 лет ты будешь моим ровесником. Выходит, буду. Тогда какая между нами разница? Никакой. Никакой! Какая разница, кого больше волос на голове, кого меньше? Никакой. Никакой. Мы с тобой друзья. Друзья. На всю жизнь. На всю жизнь. И только скажи, кто тебя обижает. Кто? В школе тебя обижает, так я керосином оболью школу и подожгу, пусть горит. Пусть горит, только меня никто не обижает, говорю. Тогда за наше с тобой здоровье. За наше с тобой, Ларион. Если прохожий к тебе зашел, соли каури поставь на стол. Если ты выпил за грусти, тебе мужчина не грузит. Капеляна. Если бы мой бедный старик видел, как вы выплеснули на землю его драгоценные виски, наверное, хватил удар. Представляю себе. Удивительный старик, мой единственный друг, не считая вас, Джози. Ах ты, Господи. Вы должны на него молиться. Он же вас ценит. И понимает вас куда лучше, чем вы думаете. Не хуже меня почти. Значит, не бог весть как. А если так, могу вас только пожалеть. Значит, вы просто дурень. Если как, я ведь ничего не сказал. Вот и не говорите мне, то я помру со смеху. Ну что ж, вы не пьете ничего. Дайте налейте. Я и в самом деле забыл. Все еще хотите меня напоить? Фу, при ваших-то способностях. Не так уж я глупа. Берегитесь, Джози. А что, если подействовать? Представляете себе, как это противно? Я лежу рядом, наверное, храплю, а вы смотрите, как медленно брежет серенький рассвет. Слишком часто я видел, как брежет серенький рассвет в мутном немытом окне
У нас-то с вами ведь все может быть по-другому. Ведь любовь преображает все. А я влюблена в вас по уши с тех пор, как вы говорили про мою прекрасную душу. Вон! Вон из этого дерьмового балагана. На покой. Ма? Вот! Мой Платон Михайлович! Ба! Друг старый! Мы давно знакомы. Вот судьба. Здорово, Чацкий, брат. Платон, любезный, славно. Похвальный лист тебе. Ведешь себя исправно? Как видишь, брат, московский житель и женат. Забыт шум лагерный, товарищи и братья, спокоен и ленив. Нет, есть такие занятия. На флейте я твержу дуэт амольный. Что твердил назад тому 5 лет, но постоянный вкус в мужьях всего дороже. Брат, женишься, тогда меня вспомянь. От скуки будешь ты свистеть одно и то же. От скуки как? Ты ей уж платишь дань? Платон Михайлович мой к занятиям склонен разным, которых нет теперь. К учениям и смотрам, к манежу. Иногда скучаю по утрам. А кто тебе, любезный друг, велит быть праздным? В полк, эскадрон дадут. Ты обер или штаб? Платон Михайлович мой здоровьем очень слаб. Здоровьем слаб? Давно ли? За ревматизм. И головные боли. Движение более. В деревню, в теплый край. Будь чаще на коне. Деревня летом рай. Владимир Михайлович город любит. Москву. За что в глуши он дни свои погубит? Москву и город. Ты чудак. А помнишь прежнее? Да. Да, брат, теперь не так. Как мой дружочек. Здесь так свежо, что и мочи нет. Ты распахнулся ведь и расстегнул жилет. Теперь, брат, я не тот. Послушай, разочек, мой милый, застегнись скорее. Сейчас. Да дойди подальше от дверей, сквозной там ветер дует сзади. Теперь, брат, я не тот. Мой ангел, Бог ради, от двери дальше отойди. Ох, матушка, ну, Бог тебя суди. И точно стал не тот. Короткое ты время. Не в прошлом ли году, в конце, в полку тебя я знал. Лишь утро ногу в стремя, и носишься на борзом жеребце. Осенний ветер дуй хоть спереди, хоть с тыла. Ах, братец, славное тогда житье-то было. Как прикажете доложить князю? Что доложить? Ну, сказать, кто пришел. Зачем пришел? Титул какой? Скажи, купец Катрянц пришел без титула. С приказчиком. Князь примет вас здесь, в саду. А что мы в саду принимать? Что мы, мацу не продаем? Наверное, у князей так принято. О, у нас ремонт. Князь с архитектором решает, золотом покрывать потолок или серебром. Потолок золотом. Сразу видно, что князь. Потолок золотой, кошелек пустой. В долг пьет, в долг шьет, в кредит живет. Молчать! Я все его векселя скупил. Пусть никто не говорит, что князь на соной женится, чтобы долги покрыть. Мне титул его нужен. Герб! Герб, ну-ка. Дед мой сапожником был. За 3 абаза 7 пар сапог шил. Отец мой зубами дратву тянул. Водоносом чувяки зашивал. А я буду тестем князя Пантиашвили.
карете с гербом ездить буду. Ты купца Адамяна знаешь? Адамяна... Кожей торгует. Дочка его за троюродного брата князя Гагидзе вышла. Так он теперь меня не узнает. Руки не подает. Кожу не продает. Представляешь, что с ним теперь будет? Я теперь везде и всюду герб смогу поставить свой. На ковры и на посуду герб смогу поставить свой. Векселя давать и суды отправлять я письма буду на бумаге гербовой. Будет герб над лавкой моей, на слуге стоящем у дверей. С гербом я пойду в баню и в духан. Пусть от злости лопнет, лопнет Адонапом. Цветная капуста продается на вес. Швыряешь деньги в мусорный ящик. Думаешь, я ничего не вижу. Я с тележки начал и все знаю. Учись ловчить, мальчуган, не то прогоришь. Да, мистер Марула. Теперь мясо. Слишком дорого платишь оптовикам. Но мы же рекламируем, что говядина у нас высший сорт, а? А, высший сорт. Первый сорт, какая разница? В прескуранте написано, и дело с концом. А теперь о самом важном. Должники нас душат. Кто не уплатит 15-му кредит, закроешь. Да, но это надежные люди, почти все надежные. А что значит надежные? Раз не платят, значит не очень надежные. Верно, хорошие люди, но деньги тоже хорошая вещь. В баке слишком много обрезков. Это сало и кожа. Если сначала счистить, а потом отвесить, тогда другое дело. О себе не мешает подумать. Сам о себе не подумаешь, кто о тебе подумает? Я не мошенник, Марулу. А кто тут мошенники? Это правильная торговля. Если торговать, так только правильно. Ты думаешь, когда мистер Бейкер платит по чекам, он что-нибудь в придачу дает? Хоули живут здесь с середины 18 века. И мы всегда ладили с соседями. А вы прилезли сюда из Сицилии и воображаете, что вам здесь удастся все повернуть на свой лад? И не смейте называть меня мальчуганом, не то получите по физиономии. Ты думаешь, Марулла, просто итальяшка. Шарманщик, макаронщик. Марулла родом из Рима. Мое имя, может быть, насчитывает 2-3 тысячи лет. 200 лет, подумаешь. Да, но вы не здешний. 200 лет назад твои тоже были не здешние. А, бросьте эти разговоры. Правильная торговля. Я учу тебя торговать. Мне 68 лет. Жена умерла. Артрит. Очень больно. Слушай, мальчуган, я тебя учу торговать. Может быть, ты не научишься. Многие так и не научились и терпят крах. Слушай, может быть, ты слишком доверчивый, слишком по-дружески. Деньги и дружба – это совсем разные. Деньгам нужна не дружба, а еще деньги. А, вздор, Марула. Мало ли я знаю дельцов, которые дружелюбные и приветливые, вообще достойные люди. Можете называть меня мальчуганом, если вам так нравится. Достойные люди, когда дело в стороне, тогда да.
Ты, мальчуган, сам узнаешь, когда узнаешь, будет поздно. Я учу тебя, как в школе.